Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. В среду в Самарской области пасмурно, продолжительный дождь, местами сильный. Температура днем плюс 10, плюс 13, ночью теплее, 13-14 с плюсом. Ветер восточный, юго-восточный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, продолжительный дождь, днем плюс 11, в темное время суток плюс 13, восточный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти тучи, осадки в виде дождя. Днем плюс 11, ночью плюс 14 градусов. Восточный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, сильный дождь. Плюс 10 в дневное время, ночью 13 с плюсом. Ветер восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 89%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Слабая геомагнитная буря. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.